Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Живые травы». Сегодня мы поговорим о таком июльском лекарственном растении, как костяника. Костяника – многолетнее растение медонос, вид рода рубус, семейство разноцветное. Высота растения достигает 30 см, длина побегов составляет до 1,5 метра. Побеги стелются прямо по земле. Растение имеет прямой стебель, листья морщинистой структуры, покрыты грубыми волосками. Листья костяники крепятся к стеблю с помощью длинных черешков. Цветы у растения маленькие, белого цвета, размещаются на самом верху стебля. Они образуют соцветия щитковидной формы, в каждом из которых их находится не менее 3-10 штук. Плод представляет собой довольно большую сборную костянку из 4 небольших плодов. Цвет может быть как ярко-красным, так и оранжевым. Каждый плод костяники содержит большого размера косточку. Вкус костяники почти такой же, как и у плодов граната. Костяника не является фармакопейным растением, однако имеет широкое применение в диетологии и народной медицине. Плоды костяники содержат большое количество витаминов и минералов, что позволяет с успехом использовать их при авитаминозе и анемии. Химический состав костяники богат и разнообразен. Листья костяники обыкновенной богаты дубильными веществами, алкалоидами, микроэлементами, среди которых можно выделить цинк, медь, железо и марганец. Ягоды костяники изобилуют аскорбиновой кислотой, он же витамин С, пектиновыми и дубильными веществами. Кроме того, в химическом составе плодов имеется сахар, органические кислоты, углеводы, флавоноиды, фитонциды и токоферол. Растение обладает жаропонижающим, патагонным, мочегонным, противовоспалительным, противомикробным и противоцинготным свойствами. В народной медицине костяника занимает почетное место. Очень популярно это растение среди сибирских целителей. Из листьев костяники они изготавливают настой, который помогает при болезнях сердца. Его применяют в качестве болеутоляющего средства. Также водный настой из листьев костяники обыкновенной является хорошим успокоительным средством при мигренях. Целебными считаются все части растения. Из них изготавливаются спиртовые настойки, водные отвары, обладающие противомикробным, патагонным, мочегонным и противовоспалительным действием. Кроме того, из листьев костяники готовят отвары, способные помочь при заболеваниях ЖКТ, подагре и даже онкологических заболеваниях. Благодаря высокому содержанию витамина С, костяника активно используется при авитаминозах, простудах, при малокровии, в качестве профилактического средства. При заболеваниях кожи головы рекомендуется мыть ее отваром из листьев и плодов костяники. С помощью листьев костяники, пораженных грибковым заболеванием, в Забайкале лечат эпилепсию. Там их собирают, выбирая те листья, которые больше всего покрыты бурыми пятнами, сушат, а затем настаивают. Способ достаточно оригинальный, но тем не менее существующий в народной медицине. Из целебных плодов костяники выжимают сок, который применяется для очищения организма от токсинов, снижения уровня холестерина, укрепления кровеносных сосудов, улучшения обмена веществ, вывода из организма радионуклидов. Сок из плодов костяники – сильнейшее жаропонижающее средство, а также одно из эффективнейших средств для лечения малокровия. Свежие плоды отжимают на соковыжималке, либо расталкивают ягоды в стеклянной посуде, процеживают и получают целебный напиток. Зимой рекомендуется употреблять морс из костяничного варенья. Также сок из ягод с успехом применяют при язвах и гастритах. Настой из листьев и корней вещь костяники народные целители успешно применяют при лечении ревматических болей. Смоченную в отваре марлю прикладывают к больным суставам на 30 минут. Чай из листьев костяники эффективно помогает при заболеваниях почек,
так как обладает сильным диуретическим свойствами. Его регулярный прием способствует улучшению работы мочевыделительной системы и выведению лишней жидкости из организма. Подходя к вопросу заготовки сырья, следует отметить, что заготовить сырье достаточно несложно. Плоды костяники обыкновенной созревают в июле-августе. Их собирают до конца сентября, чтобы они не потеряли свои лечебные свойства. Заготавливают как все растение целиком, так и отдельно его плоды и листья. Мы предпочитаем проводить заготовку именно так, срезая всю верхнюю часть растения вместе с плодами. Следует отметить, что этот вид растения распространен достаточно хорошо и не требует охраны. Но при сборе и заготовке сырья необходимо оставлять порядка 30% для дальнейшего возобновления. Траву костяники обыкновенной собирают во время цветения и плодоношения. Корневище предпочтительно собирать осенью. Ее сушат в тени в хорошо проветриваемых помещениях, а корни в сушилках или духовых шкафах. Срок годности травы костяники составляет 1 год. Корневищ – 2 года. Корневища перед сушкой тщательно очищают от земли и промывают в холодной воде. Сушат при температуре 45-50 градусов. Плоды костяники собирают в сухую погоду, вручную, складывая в небольшие корзиночки. Сушат при температуре 45-55 градусов в сушилках, печах или духовках. В конце нашего рассказа о костянике хотим поделиться таким интересным фактом. Еще в древности по растению предсказывали погоду. Если листья костяники свернулись трубочкой, то это означало, что предстоит солнечный день без осадков. Если же лист костяники расправлялся, жди дождя. Осадки выпадали уже через 15-20 минут. Ну что ж, на этом по костянике у нас все. Надеемся, что информация из этого видео была для вас познавательной. Если это так, ставьте лайки. Ждем ваши вопросы в комментариях. А наш коллектив традиционно желает всем крепкого здоровья и гармонии с окружающим миром.